Узнаете? Девятое июня, Лазаревская, пляж «Дельфин». Тут, оказывается, тоже людей много. Поставили зонтики, дорожки. Ильдар будет сегодня это все делать. Юра с катамаранами тоже завтра придет. Только народу. Сейчас не постоянно с ними. Вон оттуда гербаки стоят. Все, камера мотор. Я бы не хотел бы, чтобы меня так сняли близко, говорит. Ну иди сходи в ментовку, напиши заявление на меня. Господи, какие проблемы. Комментарий мужик сюда написал. Я вот так вот приближаю. Я бы не хотел, говорит, чтобы меня так вот нашли, говорит, в камере. Полиция, арбайтом. Пошел заяву, накатал на меня, да и все, какие проблемы. Вот столько людей на 9 июня. Вода очищается, но не чистая, все равно не чистая. Там уже фламинго идет. Ну, люди купаются. В интернете вода 19. Воздух 20. Это в интернете. На самом деле, не знаю. Воздух по-любому на градусов 5 больше. Не 20, а где-то 24 по-любому. Вода тоже 20-ка должна сегодня. Палит солнышко, должно нагреться уже. 20 градусов уже было неделю назад. Ливни были у нас, шторма, поэтому похолодало, теперь снова восстановилось. Ну, в общем, люди есть. Пирамиды нету сегодня. Может, к вечеру появится. Сильвер. Смотрим в другую сторону, в сторону Свирского пляжа. Thank you.
за этим кран, где лодки там опускают. За ним уже Тихий Дон, Бирюза и пляж Морская Звезда. Пляж Морская Звезда. Подшатывается, потому что до конца зум прибавил. А это мост уже Гренада. А это причал центральный. Да, зум прибавляешь, когда до конца трясется. Вот. Тоже народу до черта, да? В августе такого нету, как сейчас. Сейчас я догоню. Вообще маленькие дети купаются в токе. Вода теплая, наверное. Родители не разрешили бы. Всем пока, пойду клетку кормить, если не убежит.